Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Brawl Stars, и наконец-то я этого дождался. Именно сегодня в игре появилось новое событие, это новенькая роборубка, где я вместе с вами буду тестировать легендарного бравлера Мэг. И мы узнаем, до какого безумия и как легко мы сможем пройти, но вначале, друзья, обязательно поставьте лайк под этим видео, нажмите на красную кнопку подписаться и самое главное... Зайдите в магазин и проверьте, введен ли у вас код автора Робзи. А мы с ребятами погнали. Итак, друзья, первая сложность. Обычная сложность. Моя задача именно за мэг как можно быстрее набить себе ульту. То есть я прям выбегаю вперед и начинаю искать роботов. Где все роботы? Мне нужно набрать ульту, чтобы разваливать их. Вот, это мой робот, отвали от меня, так? Мой робот, я набил себе сколько? 25% ульты, так мало. Ладно, ладно, на этом роботе я набью себе явно побольше. Так, давай, отгоняем его сюда. Да не добивай, блин, я практически набил. Мне нужно еще немножко, еще буквально 2 тычечки. Вот, вот эти тычечки, смотри, смотри, что будет. Смотри, смотри, опа, а теперь поехали разваливать кабины роботам. Ну че, роботы, ну че вы, деревяшечки. Точнее, нет, они не деревяшечки, они железяки. Просто подхиливаемся, и теперь минуту и 16 секунд я должен просто прожить, посмотри. Вот это вот это имбище, ребята. Мне бы сейчас баф 8 бита, это было бы жесть. Так, врываемся просто, надо 3360. Подхиливаемся, посмотрите на этот дрон. Вы видели, как я просто разнес пух и прах? Смотрите, что делаем. Пэмочка меня подхиливает, а знаете, что означает? Что я буду сейчас на фулочку стоять и чисто чилить колбасе, чисто пацанчиков разваливать. Так, ульта у меня есть. Еще 46 секунд, и мне кажется, это будет самый легкий роборуб... Самой легкой. Мне кажется, что это будет самой легкой роборубкой за всю историю моих видео, ребята, смотрите. Просто надо 3360. Как тебе такое? Выкусил, а? Нравится? Больно? Я знаю, что больно, дружище. Так, давай, робот ко мне. Ко мне колбасит робот. Смотри, я просто разваливаю. Я до сих пор не потерял ни одной формы, ребята. Ага, ага. Давай, 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 давай. 13 секунд, и у меня, ребята, форма держится. Правда, почти, почти, почти закончилось еще. 1800 хп. Так, робот, давай. Попытайся, попытайся, попытайся. На тебе 3360. Это просто имбище, вы понимаете? Как она разваливает. Итак, сложность номер 2. Испытание сложный. И мне интересно, сколько мне нужно времени понадобится, чтобы дойти до безумия. Хотя, подождите, я знаю, сколько мне понадобится времени. Мне понадобится ровно 8 минут, потому что катка длится 2 минуты. А испытание безумия — это 5-я сложность. Поэтому, блин, почему я сразу не сказал, что нужно 8 минут? Пытаюсь угадать как будто. Ладно, 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 это было просто. Так, мы с вами сейчас продержались уже 20 секунд. Я набил себе практически половину ульты и продолжаю фармиться. Правда, роботы почему-то не идут с моей стороны. Эй, давай, босяра, просто... Пипец, это был полнейший разнос. Давай, давай, подкиливочку, подкиливочку. Пипец, босс просто исчез. Как будто его даже не существовало. У меня снова 5300 хп. Если ПМ-очка поставит ульту, я буду хилиться и здесь стоять на месте. И просто чилить, бомбунить и все. Так, кстати, сверху сейчас пойдут мобы. На тебе на 3360. Я пойду выручать. Я пойду выручать вот здесь. Так, давай, 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 давай. Ну, это была легкая. Это была легкая победа. Ульта почти откатилась. Мне нужна хилочка ПМ-ки, понимаете? Мне нужна срочная хилочка ПМ-ки, потому что я сдохну. Так, держусь, держусь, по 450 хилюсь, хилюсь, живу, 21 секунду я должен продержаться, хилка пэмки, хилка пэмки, пожалуйста, пэмочка, я хочу остаться в форме, я не хочу умирать, на тебе 3360, так, 1200, включаем хилочку, и я снова до конца раунда продержался в форме, вы понимаете, я не сдох, то есть вот это, в этом сила мэг, ребята, продержаться до конца. Вторая сложность уже пройдена. Ну что, друзья, эксперт, а я все еще на изи это все прохожу. Так, мне нужны мобы, то есть моя задача в начале, как я уже говорил, быстренько-быстренько-быстренько натыкать мобом просто по щам. Своим, конечно же, слабеньким уроном, 840 урона или сколько там, я уже не помню, в общем, чуть-чуть. Очень-очень слабо я бью. Но, блин, как ты больно бьешь, пипец, это мой робот был. Дай мне робота нафармить, я хочу робота побить. О, смотри, здесь пэмка, надо срочно моя помощь.
Может быть, кстати, ей не нужна была моя помощь, но, надеюсь, нужна была. Так, робот, и так, давай, пошли. Сейчас все будет. Так, добиваем, практически ульта есть. Идет эта каталажечка, превращаемся в мега-босяру. И я готов сражаться с боссом. Пошли, давай, сейчас. А, ты здесь еще пришел? Не-не-не, таких, как ты, мы не пропускаем. Так, под ультой 8 вита, давай, просто по 504. Ага, а подойди. Надо 5040. 5040 просто щелкнул, пощелбай. Ой, я чуть не сдох, кстати. Нужно подхилиться. Так, Пэмка, я жду хил, я буду здесь стоять. Кстати, Пэмка хилит по 101 хп, а у меня тратится больше, чем я хилюсь. Ну ладно, у меня есть мой гаджет. Так, давай. Сражаемся, просто... 4600, и я нормально, и я живой. Надо 5040, как тебе такое? Слушайте, если сейчас пойдет толпа золотых мобов, в принципе, я же могу их просто с одной ульты всечь просто по башке, и они отлетят, ребят. Вы понимаете? Вот сейчас бы была ульта, я бы просто сразу всех на 5000, вы понимаете? Всех мобов на 5000 просто как щелкнул бы, смотри, просто... Бам! Минус 10 кхп, понимаете? Два моба попал, минус 10 тысяч, это пипец как много. Испытание, сложность, мастер. Буквально один уровень разделяет меня от безумия. И я уже хочу дойти. Я побуду здесь, потому что здесь есть и хилка, и усиление. И вообще здесь все есть хорошо для моего боя. Так, давай, просто на тебе. Вот так, подхиливаемся. Хилочка Пэмки уже в центре. Я иду, ребят, я помогаю, я помощник. Во, золотые мобы. Так, у нас 27 секунд, ждем, когда будет толпа. Когда будет толпа, я покажу, что такое сила мэг. Я покажу, что такое втащить 7 на 5000 одновременно. Вот это будет жестко. Итак, мобчики, вы получаете очень много урона от меня лично. По 504 каждая тысячка, и таких тычек у меня 8, то есть... Посчитайте, 8 умножить на 504. И, кстати, мастер пройден. Я даже не попал. Ладно, это было просто. Дальше будет интереснее. Почему? Потому что у нас, друзья, безумие. Первое безумие, и мы посмотрим, как сейчас справимся. Кстати, извините сразу за мой голос, потому что севший, простуженный, ребят. Но я стараюсь делать видосики. Мне самому, потому что интересно. Как хорошо справится Мэг со всеми сложностями? Как она пройдет все испытания? Так, привет, робот. Привет. Ага, давай. Этого пробили. Ага, давай. Ульта. Ульта практически у меня уже в кармане. Так, давай. 25% до ульты, ребята. Я очень стараюсь набить. Где вы? Мопчики. Давайте, мои вкусненькие. Я готов. Давай. Ну, блин, еще одна тысячка, и здесь Пэмка разберется, а здесь уже я могу. Здесь уже я буду помогать, так, хорошо. Можно, в принципе, подрубить уже было робота, но не вижу пока никакой проблемы. Мы справляемся у сейфа с ровно 100% хп. Так, сразу тут мобы идут. Давай. Босс идет, мы идем на босса. Врубаем ультец, и 8 ударов по 504 сразу прилетает, и понимаете, и таких 3 залпа, ребят, 3 залпа, вы понимаете, минус 12 косарей, просто пух, это очень жестко, это пипец как жестко. Так, 6-я волна, 46 секунд, у меня есть хилка Пэмки, у меня есть ульта, у меня есть гаджет, в принципе, я могу уже прожимать гаджет, будем стоять хилиться потихоньку. Пипец, мобщики разлетаются в пух и прах. Я не знаю, что будет дальше на безумиях. На втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на десятом безумии. Прикиньте, пройти 10 безумий, посмотрите. Мобы идут, но мобы не доходят. Мобы не доходят. Просто идеально. Идеальный бравлер для роборубки в команде с Пэмкой и 8 битом. 8 бит, конечно же, бафает. Пэмка хилит, и вообще все хорошо. Надо 5000, другалетчик. Как тебе такое, а? Просто высекли 5000 кпшечек с одной тычки. Так, стрелки пошли жесткие. Включаем хилочку. У меня нет ульты. Зря потратил, ребята, но мы продержались. Это было легко, это было первое безумие. Как говорится, даже не почувствовал. Безумие первое пройдено, дальше безумие второе. И мы не остановимся и на третьем безумии. Мне кажется, третье безумие мы пролетим так же легко, как и первое. Первое мы просто, знаете, так, чисто на расслабончике проскочили, пролетели, пробежали. Так, нужны мобы.
нужны бобы. Хотя, в принципе, я теперь не буду париться, потому что я знаю, мою ульту нужно подрубать только тогда, когда начинаются, скажем так, небольшие сложности. Когда начинают идти боссы, когда начинаются проблемы. Так, вот здесь два моба, это уже проблемки. Можно подфармить себе немножко ульту. Ждем сверху. Сверху мобы категорически говорят, мы Робзи не пойдем. Пускай ребята сражаются, пускай все. Уже четвертая волна, а мобы сверху так ни разу не пошли. В этот раз решили все по низу ходить. Ладно. Меня одна атака разделяет между мной и ультой. Я думаю, что пора, как говорится, прорубаться к ультой. Давай. Хорош. Набрали. Врываемся. Давай, 8 бит. Хорошо. Включаем гаджет. Начинаем. Просто разуничтожи. Просто я не знаю. Как будто и не было этого моба. Точнее, это моб. Подожди, это босс. Боже мой, я перепутал его с мобом. Ну, на самом деле, для моего бравлера это реально какой-то моб. Так, давайте. Хилочку пэмки бы сюда поставить, потому что что-то у меня хпшечка заканчивается, ребят. Вы там обратите на это внимание. Пэм, нужна хилка. Нужна срочно хилочка, потому что я умираю немножко. Так, хорошо, хилочка есть. Все, хилочка меня хилит. Мобы идут. Так, здесь у нас стрелки. На, минус 5000. Мне кажется, я зря потратил прямо сейчас ульту, хотя нет, она откатится. До конца игры она откатится. Включаем еще один гаджет, хилимся. Хилимся, пэмочка там подхилила маленечко. Хорошо, живем. Ульта, откатывайся, давай. 8 бит бросает ульт. На тебе, пацанчики, по 5000, как тебе такое? Да, я вылетел из робота, но это не страшно. У меня есть щит на 30% хп. Я могу немножко потанчить, и потому что все, безумие второе пройдено. Идеальный бравлер. Безумие третье. И знаете, какой я сделал для себя вывод? Если у вас есть мэг, если вы хотите сходить на раборобку, просто радости просим, потому что, ну, вы понимаете, она имбовая. Она здесь имбовая. Она просто офигенно разваливает кабины. Так, давай, 8 бит реснулся, все окей, придется ультой бахнуть немножечко на 3360. Но мы все равно стоим, хилимся. Хотя, посмотрите, даже несмотря на то, что 8 бит у нас как бы, ну, подлетел, сдох, и руки у него из попы растут, ну, ничего страшного, ничего, бывает такое со всеми. А чё, все сдохли? В смысле? Алло! Вот это, конечно, нубасики. Безумие третья сложность. Шутки вообще закончились, потому что здесь уже, как говорится, не до шуток. Я это сказал уже 3 раза, но неважно. Короче, мы должны сражаться, потому что сейчас будет уже жестко, сейчас уже мобы пошли такие прям серьезные. И если мы допускаем одну ошибку, мы просто, как говорится, отлетаем, говорим до свидания, пацаны, нас убили, все, всем, все. Так, я практически нафармил ульту, нужно еще сделать одну тычоночку. Одну маленькую тычоночку хотя бы в какого-то робота. Дайте, пожалуйста, мне стрелять. Дайте мне. О, это мой. Так, превращаемся. Давай. Хорошо, развалили. Все, минута 18. Минуту 18 продержаться, и будет все чики-бульки у нас. Все чики-бульки. Хилочку подрубаем. А чё я умираю? Кстати, Эй! А чё мне так мало хп? 2500. Ладно, хилимся. Нужно срочно ульту пэмки. Так, пэмка, хили меня полностью. Включаем гаджет, подхиливаемся. Давай. Я не буду использовать ульту, потому что мне кажется, она еще мне пригодится сегодня каким-то чудным образом. Так, пэмка меня выхилила на 4к хп, это хорошо. Есть еще один гаджет. Где волна? Так, давай, я пока что на хиле, как говорится, и на хиле, и на чили. Так, все, хилочка пэмки сейчас переставится. Давай. Сейчас расправимся с пацанами. Подрубаем гаджет, хилимся, живем. 31 секунда, ребят, 31 секунда. Мне главное не вылететь с моего робота сейчас. Так, давай. Вот так вот, на 5000, хорошо. Пробились, 19 секунд, ребята, держимся. Держимся, 19 секунд. Роботов очень много, ребят. Меня пробивают. Меня просто пытаются вынести. 10 тысяч хп у сейфа. Я просто жертвую собой, ребята. 3 тысячи, 4 секунды. Держите, давай, 3, 2, 1. Прошли! Ха-ха! Ух! Это было сложно, но возможно. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи, покедова. Главное, не забудьте, секретный код автора все введите. А теперь пока.